закладчик, координатор и водитель. Так преступная группа планировала действовать согласно достигнутой договоренности между собой. Одна из подозреваемых приобретала лирику, реализовывала товары, делала закладки в Хасавюрте. Первый раз на 200 тысяч, поехала на 200 тысяч. Второй раз тоже на 200 тысяч. Третий раз на 165 тысяч. Что у нас 165 тысяч? Лирики. Взяла, привезла. Вторая в этой троице принимала заказы и обеспечивала своих подопечных денежными средствами для приобретения аптечного наркотика. Я ей давала деньги, она ездила, привозила, продавала. Какую сумму давали? 200 давала, 150 давала. А как часто этим вы занимались? Это всего лишь три раза, третий раз. А за какой период? За этот год. А что взамен вы давали своей подруге? Ничего не давала, она со мной вместе жила. Задержанный с ними мужчина выполнял функцию перевозчика, который, начинив капсулами внутреннюю обшивку своего автомобиля, перевозил лирику в Дагестан из Астраханской области. Как давно вы занимаетесь перевозкой? Я всего лишь три раза ехал. А сколько за это получали вы? 15 тысяч. За одну поездку? Да. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот сильнодействующих препаратов». Алина Багилова, Мурат Бекпарсев, телеканал ННТ «Хасавюрт».